перераспределить свободные средства на социально необходимые проекты области. Такой была главная задача депутатов на 8-й внеочередной сессии областного совета. Впрочем, к голосованию избранники приступили только спустя полтора часа. Изначально депутаты занимались формированием повестки дня, включали в нее 28 вопросов. Некоторые из депутатов сразу отказались обсуждать эти проекты решений, так как на ознакомление с ними было только 3 дня вместо положенных 20. Работа в облсовете продвигалась медленно. На рассмотрение решений депутатам потребовалось более 6 часов. Тем не менее, вопросы, связанные с перераспределением почти 135 миллионов бюджетных средств, нашли поддержку у депутатов. Среди одобренных решений – выделение денег на энергосберегающие программы в учебных учреждениях области, покупка медицинского оборудования и дополнительный ремонт дорог в Бельмацком и Розовском районах. А вот выделять деньги на покупку пожарного крана стоимостью 36 миллионов гривен депутаты не захотели. Кроме того, рассматривали кадровые вопросы. В частности, продление контрактов с директорами интернатов Запорожской области.